В наших руках простой, легкий, аккуратно сделанный итальянец, который стоит менее 60 тысяч рублей. Это охотничий магазинный карабин «Франт и Горизонт». Сегодня мы оценили кучность стрельбы из него со штатным механическим прицелом и российскими патронами. Особое внимание обратили на работу затвора при перезаряжании на предмет подклинивания при быстрых манипуляциях, а также на возможность корректно дослать в патронник, брошенный на подаватель неотъемного магазина, патрон. Полученные впечатления исключительно положительные. Простенькая механика «Горизонта» явно носит вспомогательный характер и не годится для особо точной стрельбы. При этом даже в зимнем питерском полумраке, дешевыми патронами, при малоконтрастных мишенях, карабин отстрелялся с поперечником 8-11 см на дистанции 100 метров. С учетом максимально дискомфортных для дневной стрельбы условий, полученный результат неплох, и мы его обязательно превзойдем при стрельбе с установленной оптикой и большим ассортиментом патронов.